Всем здравствуйте, продолжаем проходить Dark Souls, это третья серия. Сегодня у нас в планах убить преследователя и пойти в замок Синих Рыцарей. Но сейчас, на самом деле, насчет преследователя, сейчас мы посмотрим, как он пойдет. Если он не пойдет, то мы его, может быть, оставим на потом, это босс не обязательный. Можно его пропустить, потом вернуться к нему, он на сюжет никак не влияет. Блин, а может попробовать убить того, который там стоит? Ну, там, где челик кидает огненные бомбы. Вот тут вот. Там, где должен быть проход у нас. Кстати. Кстати, да. Сейчас мы у нее купим бомбочку одну. А это мы так... А, не, мы купили. Блин, надо пойти, значит, открыть эту хрень. Так, ладно, да, у нас, короче, сегодня такой. Ну, надеюсь, мы дойдем до босса, убьем его в этой серии. Но так чисто нам... Лес спавших гигантов обойти весь надо будет в этой серии. Меч улучшили, теперь все падают с двух тычек, вообще идеально. Вообще, ну, просто конфетка, я бы сказал. Так, пойдем сначала вот тут вот заберем ништячки всякие. Так, сейчас этого перчика убьем. Чисто за душу. А, еще и лут падает. Неплохо. Да ладно. Зачем я его покупал? Ну ладно. Тут у нас по бокам стоят два перца. Кстати, неприятные, потому что у них щиты. Но делаем вот так вот. И сразу я становлюсь неприятным для них. И вот так еще. Как кайфово, когда у тебя огненный меч, он улучшен, и вообще просто кайф испытываешь. Где этот обезьян? Вот он. Ну, я его тоже не боюсь теперь. Ой-ой-ой! Да ладно! Не, нормально. Хоп! Угу, моя ошибка, оставил... Не оставил выносливости, точнее. Теперь получил по щам. Так, пьем. Забираем. Забираем. С него, кстати, сет панцирный падает. Так, хочу... Помню, тут ловушка стоит. Два. Три. Ой-ой-ой. Идут. Хорош. Одного выманил, второго выманил. И третий упал. Ходим. Ай-яй-яй, их там четверо даже. Сейчас просто рубать. Короче, думаю, после этого меча у нас будет полуторный. Конечно, там будет поменьше урона. Но я не знаю, вкладываться в этот или нет. По улучшениям. Либо сразу полуторку улучшать, ну, хз, короче. Ну, почему-то душа у меня просит полуторный. Либо сразу великий двуручный меч этот взять. Который огромный. Как из... Блин, забыл аниме, как называется. Сложно. Короче, я забыл, как называется аниме. А, кстати, это топовая броня, про которую я говорил в прошлой серии. Броня Дранглейка, что-то такое было. Она подбирается после убийства преследователя. Поэтому, да, такие пироги. Ладно, что ж. Пойдем откроем короткий проход. Попробовать убить преследователя тут. Кстати, не помню, убивал я его сразу один раз или нет. Или вообще... не так сказал. Убивал ли я вообще помимо... помимо босс-файта, убивал я где-нибудь еще преследователя или нет. Он же появляется не раз за игру, он много раз появляется. Так, этого убиваем, чтобы он нам не мешал. Он суициднулся. Так, там наверху стоит до сих пор этот перчик. Пьем. Цепляем бомбу. Пробуем. Прям вот так вот делаем. Ну, она рванула. Почему в прошлый раз рванула, я не знаю. Все, они нам не интересны, можно посидеть. Пойти дальше.
теперь у нас есть короткий проход. Это очень важно, потому что не надо делать крюк этот. Спускаться по лестнице, потом там исполнять всякую херню. Так, сейчас нам второй раз предстоит миксфайт с этими типчиками, которых там штук 5. Солдаты, которые тут справа. Сейчас мы с ними пофайтимся чуть-чуть. Вот этого убиваем сразу. И начинаем. Ой-ой-ой, начал хорошо, конечно, да. Просто волк. Убил. Следующий. О-о-о! Вы чё? Парни, не так жестко. Чуть помягче, я люблю понежнее. Готовы. Ну еще там были по-любому. Или что, три штуки что ли? Да ну, ладно, не поверю. Ну, действительно, три. Так, интересно, я могу бомбануть туда? Ага. Интересно, ее можно как-то поворачивать? Нет, она не поворачивается. Ладно, сейчас еще раз попробую. Я помню, просто кто-то стрелял у меня тут, и бочки взорвались. Как так получилось? Она в разные места летит, что ли? Короче, хз. Ладно, не будем тратить время. Вон там парни ходят, ждут. Мы пришли сюда за колечком, и чтобы всрать ключ Фароса. Да, с огненным мечом, конечно, улучшенным намного стало проще файтиться. Ой, последний удар принял, хорошо, по лицу. Пьем. Оп, хотел меня обмануть. На тебе. На тебе. Все, он готов. Так, где у нас эта штучка? Тут надо вставить в рот. Просто чисто вставить в рот ключ. Вставляем в рот. У нас тут загорается хрень. И подойти... А, ударить, кажется, да. И ударить. Мне всегда было интересно, но я никогда не проверял почему-то. Может, потому что я дебил. Можно ли просто ударить и открыть эту дверь без ключа? Короче, хз. Кусок титанита — это нормальная тема. Так, нам колечко вот это вот очень привлекает, потому что оно восстанавливает выносливость. Это очень полезная вещь. Что, думаю, надо пройти испытание этого Пайка. По лору, Пайк — это настоящий мудила, который еще свет не видел. Вот он сидит, этот мудак. Сидит, пердит. Можно с ним поговорить. Он нас наебывает. There's talk of unsavory bandits who prey upon Trevor. Oh yes. There's treasure in there for certain, but the end. А, у нас наебывают то, что там за дверью сокровища. А там нихуя нет. Ну там типа какие там сокровища? Там типа просто нихуя одни противники. Ну да, попробуем. Чего уж нам терять? 3000 душ, что ли? Мы не боимся. Вот идут они уже, начинаются. Начинается разборка питерская. Отходим. Блин, какой... У меня что-то с дальномером случилось. Я вообще не понимаю. Ничего не понимаю. Отойти. Самоцветик. Ой-ой, в углу. Да. Отлично. Отлично поиграли. Дверь там будет сейчас закрыта, я так понимаю, да? Нам надо достать свои 3000 душ. Я словил дизмораль. Ладно. В эту комнатушку больше не будем заходить. Там уже нам делать нечего. Дверь закрыта, да. Идеально. А сейчас бы вспомнить, как туда пойти. Пройти, точнее. Ну что, если так сделать?
Нормально, нормально. Бляха, муха, ну ладно. На, ну вот лестница, да, все, я вспомнил. Так, вот этих вот перчиков надо убить. Это дерево нам понадобится потом. Оно похоже на этого анусного титана, этого, или как он там, великан. Через... А, это, короче, и есть, типа... По лору это, типа, и есть этот мертвый анусный великан. Просто он вот так вот чуть-чуть превратился в дерево. Ну, это да, вот он ножки, все прекрасно у него. Либо не превратился, либо в нем выросло просто дерево. В него выросло дерево, не знаю. Ну, короче, нам дадут штучку, через которую... Которую мы будем использовать возле него и отправляться в воспоминания этого великана. И дальше там... Что-то делать надо. Что-то надо делать. А что делать, я не помню. Ага. 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 Ну, здорово. Это мы ломаем. Сейчас, как говорится, зайдем в зад. Как Андрей, так сразу в зад. Идем. Вот они стоят уже, эти бойцы. Отойти. Отойти, отойти. Без резких движений, ребята. Так, ну 3 уже минус, это уже хорошо. Просто я их застал врасплох. Вообще, сейчас я сыграл как профи, мне кажется. Это стоит лайка. Ароматная мазь. Это полезная штучка, но не для нашего огненного меча. Кажется, это штука, которая просто мажется на меч. И из-за этого у тебя увеличится урон этим мечом. То есть там меч начинает светиться. Это прикольная тема, мне она как бы нравится. Но нельзя мазать ее на оружие, которое усилено стихийным уроном. То есть огнем, молнией, там, проклятием. Это все стихийный урон. На него нельзя намазывать эти мази. Поэтому будет там кузнец, который будет улучшать. Я не знаю, типа, который будет улучшать стихийный урон, этот стихийный урон. Я подумаю насчет этого, типа, стоит ли это. Или либо лучше просто мазью мазать. Так, вот он, наебщик. Сейчас он нам что-то даст там. А, ну мелок, короче, это для игры по сети. Короче, мне не интересен этот парень вообще. Он мутный. Угу. 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 Так, я предлагаю пойти наверх разобраться, чтобы уже зачистить этот квадрат. Пойти наверх разобраться с этими вот метателями сраными. Думаю, это... Надеюсь, точнее, не думаю, а надеюсь, что это удастся нам без всякого труда. Но сейчас мы это все посмотрим. Так, хлопчики... Хлопцы. Сюда надо запрыгнуть сначала. Забрать факел. Факел и душу в солдата. Ага. Угу. 2 раза мисс. Их тут 3. Не теряемся. Так, я думаю, надо пивнуть. И все-таки свалить. Интересно. Ага. Они за мной идут. Это отлично. Ну, вообще, я так и хотел на самом деле. Ничего необычного, все как обычно. Перед преследователем, я думаю, надо будет чуть-чуть подкачаться. Кстати, смотрите, что тут есть. Наш теперь факел на 15 минут есть. Это вообще идеально. Теперь можно хоть чуть-чуть просветить, чтобы не как в жопе ходить. Кортик и шлем пехотинца. Шлем пехотинца, кстати, возможно, можно одеть. Да.
Вот и я какой красивый. Ладно, факел нам нахер не нужен. Так, этот сектор мы пронесли. Тут мы тоже все пронесли уже. Ой-ой-ой. Ты что, дядя, с ума сошел? Бьем. Хилимся, живем. Мы этого убиваем. Я вот думаю, куда бы пойти. Куда ты? Куда ты? Куда ты побежал-то? Ладно. Побежал и побежал. Я вот думаю, куда бы пойти. Вот там вот есть дверь к преследователю, да? Типа, ну там сам босс за ней. Ну не сам, не сразу босс, там надо еще чуть-чуть пройти будет. Либо пойти... Еще одна есть дверь с этим солдатским ключом, или какой там ключ упал, у меня, я не помню. Там, короче, много черепах. Я помню точно, там полуторный меч и сет, как сет одежды охотника. Короче, хз. Предлагаю... Ладно, да, пойдемте туда попробуем сначала. Раз уж мы уже пылесосим всю локацию. Пойдем туда, все сделаем. Ой, долго таргет нажимал. Еще и получил сверху. Да ладно, что такое? Что-то я расслаблен, как будто, не знаю, не в Dark Souls играю. Пьем. Блин, тут вот факел нужен, кстати. Тут темно, я помню, как в заднице. Не-не-не. В любом случае надо факел зажечь. Без факела тут дела не пойдут. Как удачно, что он не упал. Вообще думал, он там где-то сразу падает, а он почти. Он уже после первого босса падает. Хотел сказать, почти в середине игры. Ха, конечно. Так, как переключать? Угу. С кайфом. Сейчас помню, как переключать. Да ладно, стой. Что за дела-то? Какую кнопку переключать? Ладно, это будет долго. Я что-то куплю сильно. Да ладно. Блин, я вообще не помню. Серьезно. А, охренеть. Короче, контур плюс средняя кнопка мыши. Жестко, да? Ладно. Убили чуть времени, ничего страшного. Бежим, потому что факел временный. Можно, кстати, позажигать сразу. Чтобы она всегда горела. Чтобы было лучше. Так. Тут, кажется, скелеты.
если мне не подводит меня моя память. Вот они, да. Скелеты вообще не для меня не страшные противники. Главное, чтобы не было чела, который их поднимает. Но мне кажется, тут его пока не будет. Это тот же поднялся или нет? А, их, кстати, у них удары такие неприятненькие. То есть, если ты попался, то получишь пизды знатно. Еще они такие резкие, как паноза, их хуй знает. Короче, к ним просто надо привыкнуть, мне кажется. Вот так вот. Все, изи. Так. Сейчас позажигаем факела и полутаемся. Так, все, мой внутренний перфекционист успокоился с факелами. Точнее, зажиганием факелов, точнее. Ну, еще мне факел один, спасибо. Так, сейчас придется использовать самоцветы. Не хочется возвращаться к костру и опять проходить это. Потому что там рядом костер на самом деле. Просто там... Кстати, красивый череп. Если его кинуть, то как бы эти крипы, все мобы, которые тут есть, пойдут к нему, которые увидят его. И можно как бы кинуть его куда-нибудь в пропасть. По идее, они должны пойти туда и упасть. Ну, типа, мне так по логике кажется. Угу. Тут ничего. Тут, кажется, полуторка. Ничего себе фигурка. Где эти черепашки? Когда эти черепашки тебя зажимают, ты уже, не знаю, чувствуешь себя вот той блондинкой из мема. Вот они. Три штуки. Как с ними лучше поступить, я вообще не знаю. О. Ну, они сейчас где-нибудь будут падать. По-любому. Они на меня загрены. Они сейчас пойдут на меня. О, бегут. Посмотрите на это дерьмо. Раз, два, три. Блин, где там этот череп? Где? А им как-то посрать этот череп, мне кажется, не? А, они сюда проходят, лол. Ладно, мы не трусы. Мы будем драться. Давай. Нет. Ой, так в упор к нему, наверное, подходить. Не знаю, стоит или нет. Ладно, но они бьют медленно, поэтому... Можно их кайтить по чуть-чуть. Ой-ой-ой. Хорошо. Я от испугу аж 4 раза перевернулся. О! Вставай, вставай, парень. Мы еще с тобой деремся. Интересно, они сюда проходят? Да, спокойно, конечно же. Почему бы им не проходить? А на лестнице, кстати, драться, мне кажется, не особо удобно. Так, готов. И там еще одна черепаха. Я думаю, надо подхилиться. Ну чё, малышка, ты где? Чё ты уходишь-то, дядя? Обосрался? Остался один? Ха. Иди сюда. Готов. Так, теперь у нас вообще никаких проблем тут не будет. Ага.
Кстати, этот чел, походу, туда упал. На череп пришел. Еще одна черепашка. Большая черепашка по имени Наташка. Аккуратно идем. Может, он сам ёбнется туда, не знаю. Маловероятно, на самом деле. Скорее, я туда ёбнусь. О! Что-то так ускорился. Ой! Хорошо. Чё так мало дэмэджа прошло от первого удара? Только 90. Ну все, он опять обосрался. Мы вот тыкаем и все. Готов. Тут у нас завелась крыса, я вижу. А, блин, я забыл, тут с той стороны еще лежит что-то. Ладно. Потом. Потом, если вспомню, схожу. По сути, тут осталось только залутать вот эту вещь. Но я помню, тут появляется вот этот вот парень. Бронник Денис. Это просто очко. Я не хочу с ним вообще никак сталкиваться. Мне надо как-то его столкнуть вниз просто. Этого бронника Дениса. Зажигаем костер. И вот он. Короче. Это просто урод. Моральный урод. Я тупо... Почему я с ним не дерусь? Ну, потому что я его не убью нихера. Типа... Он очень жесткий. Я не хочу даже с ним сталкиваться пока что. Спасибо. Короче, я думаю, надо просто от него грамотно съебать. А, мы еще крышу не облутали. Он бежит за мной, да. Молодец. Что-то запускает меня. Быстро лутаем крышу и уебываем отсюда. Подальше от Дениса. Ага, Денис поднялся с этой стороны. Да, у Дениса хороший искусственный интеллект, я вижу. Блин, я не хочу с ним драться. Я точно помню, что это полное очко. Надо его опять кайтить, короче. Денис. Давай. До свидания. Кажется, я не могу даже сесть к костру, пока этот Денис там. Ладно, сейчас мы делаем вот так вот, мы просто съебаем от него. Насколько далеко мы будем набежать, я хз. Что происходит? Они на череп бегут или что? Я не пойму. Или куда они бегут-то постоянно? К Денису? Что делать с этим Денисом? Дать бой? Без хилок? 7к душ? 7к душ проебать. Ну чё, он идет? Венчик. Ну, походу, не пошел за мной этот. А, нет, вот он. А чё, а он... А я думал, он забагался. Короче, блин, ладно. Чё? Ладно, хотел в конце включить мужика, но... Мужик включил меня. Крышу оставим на потом. Кожаный сет сейчас примерим. Сейчас заберу свои 7к душ. И схожу к нашей подружке, чтобы она нам левел качнула. Да, Денис там будет появляться, пока я, кстати, его не ёбну. Это очень печальные новости, но он хотя бы будет появляться только, когда я поднимаюсь туда, по лестнице, наверх, там, где лежал кожаный сет. Поэтому нормально. Ну, типа, в любом случае,
цель Dark Souls, вообще смысл игры Dark Souls, это отомстить Денису. Я к нему вернусь и ёбну его просто там жестко. Вот наша подружка. Новый уровень. Новый уровень. Делаем вот так. Делаем вот так. Даже сделал вот так. И сделал вот так. Чем больше хп, тем больше мы живем. Тем больше выносливости, тем больше мы делаем перекатом. Соответственно, больше живем. То есть тут все логично. Сейчас я еще бахну душ. И чуть-чуть что-нибудь качну еще. Наверное, я качну либо адаптивность, либо нашу ловкость с силой. Но лучше ловкость с силой качну. Силу, да. Адаптивность, баланс. Мне нужно подвижность в сотку взять. Если подвижность не сотка, это неудобно. Так, ну чё, погнали пробовать. С преследователем справиться. Разочек, другой. Я говорю, если не пойдет, то хер на этого преследователя будем класть. Потом к нему вернемся, когда раскачаемся. Так, идем. Я помню первый раз, когда играл, я столько раз убивал этого преследователя, что у меня тут все мобы просто, ну, пропали. Мне кажется, у всех такое было, кто играл Dark Souls. То есть я слишком много раз их убил, что они уже не воскресли. Вот такая вот грустная история про мобов Dark Souls. Чуть-чуть устроил небольшой геноцид. Геноцид, вспомнил Undertale. Кстати... Ни разу не проходил Undertale. Чуть-чуть начинал играть, но до конца я вроде не проходил. Так, отлично, потеряли пол хп перед преследователем, вообще все прекрасно. Движемся дальше. Сейчас мы, может, возможно, просто умрем. Сейчас увидим. Мне кажется, тут неприятные парни стоят. Да, это королевские защитники, эти кто стражники. Четырехударные. Еще один. Блин. Камера, не ебули, пожалуйста. Угу, я быстрее. Так, а тут у нас еще. Да ё-моё, что с камерой? Она какая-то... Замедляется как-то сама в ненужные моменты. Либо я дебил. Одно из двух. Отлично, самоцвет жизни. Вот у нас... Спасибо. Вот у нас спасибо вышел. Дал мне просто плюх в лицо. Так, отлично. Давайте. Тут как бы у нас будет все по-серьезке. Превращаемся в хумана опять. Используем самоцветик. Вешаем самоцветик. Сейчас посмотрим, насколько я выхилюсь. Флягу оставим на босса. Так, я херово выхилюсь. Используем еще один. Повесим... Ничего мы не будем вешать. Просто сейчас бахнем перед боссом вот этой вот травички. Все, поехали.
Так, вот он. Настоящий пельмень. Много-много мяса. Мало-мало теста. Блин. Капец, выглядит он неадекватно. Я считаю. Я считаю, что он выглядит сейчас... Выглядит так, как будто сейчас насадит меня на свой огромный елдак. Елдак — это его меч. Так, все, поехали. Играем щитом. Вот так вот его поворачиваем. Два удара. Поворачиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я идиот, я забыл про эту комбу. Короче, ладно, все. Держимся. Угу. Про эту комбу я, естественно, тоже забыл. Пьем. Сразу же минус фляга. Да ладно, чё ж ты? Он какой-то стал более агрессор. Ладно, поехали. Идем прям на него. Ага, это я уже запомнил. Вот, кстати, раньше у него не было такого движения. Но я, по крайней мере, его не помню таким. Вот это я помню. Угу. Так, пусть он тут танцует. Я пока попью. Да что ж ты за человек такой? Два удара. Улетел. Два удара. Отходим. Блин, было... Ну, что я делаю, Так. Случайно хотел попить. А у меня уже нету. Снарядов, блядь. Чё со мной? Чё несу? Каких снарядов? Хуй его знает. Два удара. Стоим. Стоим, мужики. До конца. Крутим. Это прямые укольчики. Охренительно просто. Опа. Последний удар. У него вот этого последнего удара, у вертушечки очень огромный рейндж. От нее прям надо перекатик делать. Стоим, мужики. Блин, страшно убить. Хочется бить его проверенно. Вот после этого... После этой хуйни можно его ударить. Да как ты это... Нет! Фух, я чуть не кончился. Хорошо. Раз. Ой, сейчас два, он заслужил просто. Просто заслужил, урод. Нет! Полетел. Дядя два. Стоим. Стоим. Хорошо. Один. Стоим. Ничего не делаем. Хоп. Хоп. Два. Тут тоже два сейчас заслужит, урод. Крутим. Два. Да три нахуй сразу. Сюда. Фу, это просто разъеб. Я думаю, это заслуживает лайка. А, жестко. Посмотрите. Что там? Как это делать? Жесты. А я не знаю, как делать жесты. Я дебил. Как жесты делать? Ну, такой жест, короче, мы сделаем, да. Прекрасно. Все, пойдем. Выпало с него овер дохуя душ. Плюс колечко клинков на урон. Колечко одеваем, конечно же. Ну чё, я думаю, лайк просится в гости. Как бы first try преследователя. На нищем. Ну. Ребят. Ребята, можно я с вами? Увы, ничего не произошло. Увы, я забыл, как переключать. А, все, вспомнил. Контр, средняя кнопка мыши, запомните.
Да, жестко, эмоции переполняют просто от таких вот побед с первого раза. Ну, блин, это было на тоненьком. Хилки все закончились. Ну, как есть хилки, но которые я не хочу тратить, пока я их просто коплю. Потому что они помощнее. Вот он сет. Вот он меч. Меч, кстати, имба. Но этот меч очень много. Кстати, полуторка. 25-20. Меч просто. И эта хрень. 20-11. Ну, кстати, 20-11. Я думаю, до полуторки мы дойдем. Но я не знаю, что лучше. Мне кажется, ну, короче, у этого совсем разные приемы. А, нет, одинаковые. Но он, короче, у этого удар как бы идет сверху вниз, а этот идет такой удар справа налево. Ну, короче, похеру. Посмотрим. Так, надеюсь, я не сдохну. Тут ничего нет? Тут ничего нет. Так, мартышку эту пробегаем. А, забыл. Да, точно. Сейчас. Один момент забыл, то, что нам надо переместиться на локацию, но на которую мы пока не пойдем еще. Это получается мы перепрыгнули через одну локацию из-за того, что убили преследователя. Такой этот преследователь мощный. Интересно, а вот там вот он остался? Блин, я же хотел туда пойти. Чего я забываю? Что за память у меня феноменальная? Можно же было пойти вот там вот его убить, там где... Так, а смотреть, надо было сходить, убить его там, где тип кидает бомбы. Там, где я открывал короткий проход. Ладно. Сейчас все будет. Вот мы это, вот эта локация, которую мы через одну сделали. Но мы сюда не пойдем сразу. Сначала все равно пронесем замок. Тусклый уголь, а, отлично. Как раз это проход к кузнецу, который улучшает, точнее, улучшает оружие стихийным уроном. Так, все, отправляемся на Джулу. Интересно, я бы, наверное, себе хотел, кстати, меч преследователя взять. Я ни разу с ним не ходил. Но мне кажется, он такой прикольненький. Так, ловкость возьмем 12. Силу... Блин, а можно, кстати, до полуторки сейчас дойти, если честно. Просто сразу бам, и полуторка будет. Попробуем. Ой-ой-ой, подруга, извини. Не обижайся, я случайно это сделал. Чуть подсуетился, извини. Да, до полуторки нам не хватает одного очка. Возьмите мое. Так. Ну. Да, 20-11. Нахер я 12, конечно, ловкость, я дебил. Ладно, в следующей серии мы это уже сделаем. А, стоп, я забыл броню. Шлем оставим этот. Кожаная броня. Так, а защищает она лучше же, да? Ну, конечно. А это вообще имба. Так, вот такой вот мой красивый парень. С щитом в шлеме. Жалко, что без полуторного меча. Но полуторный меч мы возьмем в следующей серии. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Всем пока.